Привет, дорогие друзья! До сих пор покупаете майонез в магазине? Я этого не делаю уже очень и очень давно. Сейчас поделюсь рецептом самого вкусного майонеза в мире. На молоке и без яиц. Запоминайте. Добавляем 100 грамм молока, можно магазинного, но домашнее, конечно же, лучше. Дальше добавляем 200 грамм подсолнечного масла, можно оливкового. Оливковое будет немного с горчинкой. Ставим блендер на дно и начинаем потихоньку взбивать. Майонез практически готов. Теперь добавляем четвертую часть чайной ложки соли, чайную ложку сахара, 2 чайных ложки уксуса 9%, можно заменить лимонным соком, и пол чайной ложки горчицы. Если любите острый, можно добавить черный перец по вкусу. Избиваем секунд 20-30. Ну что ж, самый вкусный, ароматный, полезный, натуральный майонез готов. Не забудьте поделиться с друзьями, близкими, знакомыми этим рецептом. Они будут вам очень благодарны. Спасибо всем за внимание. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.